Итак, доброе утро все, кто смотрит данный видеоролик. Нахожусь возле санатория «Орлиное гнездо». Кому будет интересно, можете остановить видео и прочитать все, что здесь написано. Лечебно-диагностический центр, консультации и услуги. Привел сюда группу отдыхающих, которые будут получать наслаждение от принятия санаторных процедур. А мы с вами прогуляемся по утренней Ялте от входа, вот перед нами вход в Приморский парк, от ЖК «Лотос», от санатория «Орлиного гнезда», «Орлиное гнездо», по новой набережной, по Приморскому парку, и пройдемся вдоль моря. Вот так выглядит рассвет на Черном море в районе Приморского парка и новой набережной города Ялта. Вход в Приморский парк, стела. Клумбы. Ребята наводят порядок с утра, чтобы всем нам было уютно, чисто и красиво. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Боковую открой, закинь. Боковой? Да. Тут боковой карман. Сверху вниз. Нет. Ялтинские горы. Ялтинское море. И ялтинский рассвет. Сейчас мы находимся рядом с гостиницей «Рианда». Тут тоже вот ребята наводят нам чистоту и порядок. Горы. Люди выходят ранним утром, садятся на лавочках на набережной, чтобы получить наслаждение от рассвета и подышать морским воздухом. Другие идут в море. На рыбалку. Ну и кто-то выгуливает собачек с утра.
а кто-то занимается спортом. Все мы люди разные, у каждого из нас свой интерес к жизни. На этом раннюю видеопрогулку по Ялте я с вами закончу. Времечко сейчас 8 утра, 31 декабря. До Нового года остается 16 часов. Надеюсь, что сегодня я еще сниму несколько видеороликов, объединю их в одну видеопрогулку по Ялте. А пока поздравляю вас с наступающим новым 2021 годом. Спасибо за просмотры, за комментарии и за подписку. До новых встреч в эфире!